Мы плывем с вами в Мадейре. Точнее, над ее столицей, 125-тысячным городом Фуншал. Позволяет это нам подвесная дорога, подъем и спуск стоят 16 евро на одного, соответственно 32 евро на двоих. Насколько это оправдано, мы будем знать после возвращения. А пока вы вместе со мной смотрите на город сверху и видите, что он достаточно современный. Действительно, активное развитие Фуншал получил только после вступления Португалии в Европейский Союз. Дороги, современные дома, жилые кварталы с высотными домами построены в последние примерно 30 лет. И хотя уровень жизни в Португалии, вообще и на Мадейре в частности, относительно невысокий, но тем не менее жители Мадейры в восторге. Об этом нам сказал один из двух наших гидов, молодой человек по имени Марта. Действительно, дороги здесь замечательные. Взамен старой проблемной дороги вдоль берега Атлантического океана построена новая, с многочисленными тоннелями. Ездить там быстро, удобно. Покрытие качественное, поэтому любая точка острова может быть достигнута максимум за полтора часа. Это тоже достаточно долго, потому что длина острова 57, а ширина всего 32 километра, точнее 23 километра, так будет правильно. Я продолжу репортаж сверху, а потом внизу Атлантический океан, жилые дома, частные преимущественно, великолепная погода и приключения, которые нас ждут вдвоем с Надеждой.